В Заволжском районе прошел митинг у памятника летчику Амитхану Султану, посвященный дню рождения героя. В мае 1942 года он пошел на таран фашистского юнкерса в небе над Ярославлем и спас сотни жизней. За свой подвиг дагестанский летчик удостоен звания почетного гражданина города. Монумент в честь дважды героя Советского Союза Амитхана Султана открыт на проспекте Авиаторов 4 года назад. Это совместная работа мастеров Ярославля и Дагестана. Цветы к подножию монумента возложили кадеты из 50-й школы. Ветераны Великой Отечественной и земляки бесстрашного летчика. На митинге подвели итоги общегородского конкурса «Летчики-герои Ярославского неба», который традиционно проводится в канун дня рождения Амитхана Султана. Памятные кубки и дипломы вручили победителям спортивных соревнований и конкурса исследовательских работ. Радостно, что вот этот памятник послужил тому, что ведется целый пласт такой патриотической работы, связанной и с изучением авиации, и проводятся спортивные соревнования на память Амитхана Султана. Это все приятно, здорово, то, что это дело находит свое продолжение.